everybody, it's me, Alex. I'm happy that you are with me. I hope you are great. I hope you are very well. And we start our class with jazz music called The Only Woman in the World. The Only Woman in the World. Единственная женщина в мире. Мы стартуем с этой джазовой композиции. Продолжаем работать над курсом для начинающих, продолжающих, изучающих, желающих и так далее. Все стараются, все трудятся, значит, результат будет. И мы говорим о повседневных жизненных конструкциях. Мы не хотим очень глубоко залезать в грамматику, хотя так получается, что на каждом уроке идет разговор о грамматических конструкциях. Сегодня не исключение, но мы все-таки будем слушать. А начнем наш урок сегодня с Exercise 3. Надеюсь, вы видите мой курсорчик, и надеюсь, вы видите красную циферку, троечку. И речь идет о Prodigy. Prodigy – это безумно одаренные дети. Окей. Exercise 3. Мы говорили о безумно одаренном китайском музыканте, а сейчас мы будем читать о Cleopatra Stratton, singer. Cleopatra Stratton, singer. Сейчас я еще раз покажу. Вот это наша милая, очаровательная Cleopatra Stratton, девочка. А что же здесь? Work with a partner. Поработайте с партнером по изучению английского языка. Look at the information and make sentences about Cleopatra. Посмотрите на информацию и сделайте предложение о Клеопатре. Итак, Cleopatra Stratton, singer. Singer. Тут певица singer, слово читается порой singer, чаще singer. И что нам предложено? She was born. Она родилась. She was born. On October the 7th. 7 октября. Он. Предлог он. Мы не забываем. Поэтому, когда мы говорим о себе, ну, например, я родился 1 января. I was born on. И дальше идет порядковое числительное. Порядковое числительное. Ну, первые это порядковые числительные надо запоминать. Количественное one, порядковое first. Знаете, когда вы были в школе и вам говорили по порядку рассчитайся, на физкультурных уроках вы стояли в линию и говорили по порядку рассчитайтесь, и вы поворачивались к стоящему рядом с вами ученику и говорили первый, второй или первая, вторая, третья. Вот это и есть порядковое, по порядку first. Количественное one, порядковое first, two, два порядковое. И запоминаем, расширяем словарный запас. Second, second, второй. Three, порядковое, три. Third, third, третий, third. А дальше с незначительными изменениями в правописании и незначительными изменениями в говорении правило следующее. Вы количественному числительному добавляете th, две буковки th, количественному существительному, количественному, смотрите, for, четыре. And fourth. Fourth, как вы можете сами догадаться, четвертый. Окей. Okay. Five. Five. Пять. Окей, okay. Five, пять. Five apples, пять яблок. Fifth. Fifth. Пятый. Ну, здесь небольшие есть исключения из правил. Не буду я зацикливаться. Итак, five, fifths,
four, fourth, и еще одно six, очень трудно, читаемое, six apple, but sixth. После six еще надо умудриться сделать межзубный звук, чтобы получилось sixth. Give me the sixth apple. Give me the sixth orange. Give me the sixth pen. Дай мне шестую ручку и так далее. Итак, мы поговорили о количественных и порядковых числительных. Числительных и... She was born... Возвращаемся к Cleopatra. She was born on... Предлог очень важен. On October the 7th. Не пишется the, но читается. On October the 7th. In 2002. In 2002. In Moldova, near Romania. Она родилась 7 октября 2002 года в Молдове, около Румынии эта страна расположена. Окей. Ну, нюансы. Хорошо, нюанс за нюансом. Когда идут так называемые нулевые, читается как 2002, 2003, идут нулевые, 2004 и так далее, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, закончились нулевые, дальше идет 2010. Здесь, как правило, начинается разбитие пополам. In 2010. Окей. У нас сейчас с вами in 2019. Окей. In 2019. Итак, давайте так. I was born. Я родился. И будем говорить, в каком году. Можно сказать, и здесь можно сказать 2002, разбить, но, как правило, нулевые читаются как 2000, 2002. Итак, поехали. I was born in 2002. I was born in 2003. I was born in 2004. I was born in 2010. I was born in 2019. Окей, и следующий будет смешно читаться... Там тоже будут много кто рождаться. Ну, окей. Но уже мы в прошедшем говорим. Сбегаем вперед, перемещаемся по времени. I was born in 2020. Я родился в 2020. I was born in 2020, кто-то скажет. Окей, American English. I was born in 2020. I was born in 2020. 20 British, 20. American. I was born in 2020. Okay, so sentence 2. Второе. She sang beautifully when she was just 2 years old. Okay, но опять же здесь забежали писатели книжки вперед. И нам дали еще один неправильный глагол. Sing, sang, song. Sing, sang, song. Еще нам дали один неправильный глагол. Чуть-чуть, капельку нам усложнили жизнь, но мы справились. Итак, мы помним, что вторая колонка – это вот есть прошедшее время. Past simple – это время действия произошло в прошлом, закончилось, есть указание на время. А здесь указание на время в виде... нескольких слов, даже в виде придаточного предложения. Итак, я, пожалуй, напишу это предложение. She sang beautifully. She sang beautifully when she was just, когда ей было всего, when she was just 2 years old. 2 years old, when she was just 2 years old. She sang beautifully when she was just 2 years old. Okay? Пытаюсь вам открыть чуть-чуть. When she was, когда ей было,
Всего лишь два года. Окей, итак, здесь два глагола попались нам. Один глагол неправильный, он входит в таблицу неправильных глаголов. Мы взяли вторую форму, и его версия sing, sang, sung. И еще один глагол попался, это глагол to be для he, she, it. Он принимает форму was. Окей. Three. When three, she made an album. А, понятно. When she was three, когда ей было три года, she made an album. La vasta de tre anni. When she was three, she made an album. La vasta de tre anni. Okay. И когда ей было всего лишь навсего три годика, она выпустила альбом под названием La vasta. Alright, но здесь опять нас обрадовали, потому что опять влепили неправильный глагол, но первая все-таки форма make, а здесь made и третья колоночка made. И опять же, что здесь? Здесь по simple. When she was three, когда ей было три годика, she made an album. Два варианта глаголов. Это she was для he, she, it was выбираем. Make, made, made. Вторую колоночку. Good. And four. Her album was a big success. 150,000 copies sold around the world. Окей. Опять нас порадовали. Почему? Потому что еще нам дали один глагол. Sell, sold. Sold and sold. Еще один неправильный глагол нам дали. Но мы справляемся. И вы найдете таблички неправильных глаголов везде-везде. В любом хорошем учебнике обязательно есть табличка глаголов неправильных. В любом словарике обязательно есть в конце табличка неправильных глаголов. Поэтому смотрите... В конце словариков, смотрите в конце учебников. Я не хочу здесь заниматься изучением неправильных глаголов. В зависимости от уровня, там порядка помещается от 20 до 100 неправильных глаголов. Они такие певучие, не так сложно учатся они, поверьте. Ну вот нам три попалось. Sing, sang, sung. Make, made, made. Sell, sold, sold. Окей. И что же мы теперь делаем? А мы делаем нашу главную задачку. Мы listening. Мы слушаем. We will listen. Okay, and repeat. Okay. Tape script 5.12. Good. Cleopatra Stratton. Cleopatra Stratton, singer. She was born on October the 7th, 2002. She was born on October the 7th. 2002 in Moldova, near Romania. Near Romania. She could sing beautifully when she was just 2 years old. А, понятно. Смотрите, что здесь они сделали. Они использовали глагол could. Она не пела, она могла петь. Могла петь, поэтому азамодальным глаголом следующий глагол идет без частицы to и в первой форме. Поэтому смотрите, пожалуйста, внимательно. Вот здесь вот мы делали. She sang beautifully when she was just two. Она пела прекрасно, когда ей было два годика. А что здесь сделали издатели? Они she could. Писатели she could. Они поставили глагол could. Могла. Могла. А после глагола модального идет следующее правило. Следующий за ним глагол идет без частицы to. Ну хорошо, вот смотрите. Предложение. I want to read a book. Я хочу читать книгу. I want to read a book. I want to read a book. Смотрите здесь. Глагол want. Один. Окей. Глагол want. Глагол to второй, и между глагол read второй, и между ними обязательно ставится частичка to. I want to read a book. А после модального глагола нет частички to.
Акутская – это модальный. И следующий глагол идет, естественно, в первой колонке. She could sing. Вот в чем дело. She could sing. Окей. Но от этого нам только лучше. Почему? Потому что мы попрактиковались в двух вариантах. Первый вариант. She sang. Она пела прекрасно, когда ей было 2. А второй вариант. Она могла петь прекрасно, когда ей исполнилось 2 годика. Окей, good. Very nice. And number 3. Sentence 3. When she was 3, she made an album. When she was 3, she made an album. Ну, здесь все правильно. La vasta de Triani. La vasta de Triani. Her album was a big success. Her album was a big success. Это здесь тоже все правильно. 150,000 were sold round the world. 150,000 sold around the world. 150,000 sold around the world. 150 тысяч экземпляров было продано по всему миру. Wonderful. That's great. Хорошо, мы практиковались, и здесь exercise 4. Ask and answer questions about Mark and Cleopatra. When was Mark born? Такая вот история. И когда я к вам обращаюсь, when were you born? Ну, например, your name is Ivan. When were you, Ivan, born? И your answer должен быть звучать как-то. I was born on the 23rd of March. Я родился 23 марта. I was born on the 23rd of March. Потому что 23rd. On the 23rd of March. In 1998, в 1998, I was born on the 23rd of March in 1998. Я родился 23 марта 1998 года. Thank you, Ivan. Okay. Второй вопрос. Второй вопрос. Курсор, может быть, увидите вот здесь вот второй. Where were you born? Where were you born? По-моему, я разжевал вам уже абсолютно все подробнейшим образом. Where were you born? А где вы родились? You, значит, were, я ставлю. Where were you born? А он отвечает, Иван. I was born in Moscow. I was born in Moscow. I was born in Moscow. Я родился в Москве. Ну, это больше дальше можно продолжать то, что мы сказали в первом предложении. On the 23rd of March in 1998. I was born in Moscow on the 23rd of March in 1998. Я родился в Москве 23 марта 1998 года. Окей. И дальше cursor, наверное, видите. How old, when you could. Окей. Сколько вам было, когда вы могли? How old were you, Ivan? How old were you, Ivan? When you could. Когда вы могли, could. When you could read. How old were you, Ivan? When you could read. Успеваете повторять? Повторяйте, пожалуйста. How old were you, Ivan? When you could read. And the answer is, I could read when I was 5. Я мог читать, когда мне было 5. I could read when I was 6. I could read when I was 7. Окей. Okay. Еще практис была большая. И теперь мы смотрим на Пабло Пикассо, знаменитого испанского художника. He's not my favorite. I have to confess. Должен признаться, он не мой любимый. У меня есть, конечно, собственные предпочтения, но поделюсь. Это Russian realism, русский реализм. Это то, что я очень люблю, потому что it is so deep and it's so psychologically strong. Это такая красота с точки зрения глубины,
российский, русский реализм и с точки зрения психологии. Okay, but it's my personal view, of course, and I don't want to share my views with anybody. Я не хотел бы, чтобы эти мои взгляды кто-то разделял, потому что у каждого есть вкусы и предпочтения. И мы читаем Пабло Пикассо, который знаменит своими направлениями в живописи под названием кубизм. Кубизм. Okay. All right. So, Pablo Picasso, давайте, пожалуйста, tape script 5.13, listen and check, practice the conversation. Ну, мы просто повторяем, и так его относят к prodigy, потому что в пятилетнем возрасте он уже много что мог делать. Итак, мы слушаем и повторяем. Tape script 5.13. Tape script 5.13. Pablo Picasso. October 25th, 1881. Видите, the не написано, fifth тоже не указано ничего, а читается October 25th, 1881. Пополам поделили. To April 8th, 1973. To, черточка, это to. April начинает читать с месяца. To April the 8th. The 8th. Восьмое. The артикль ставит 8th. Это делает TH, добавляет 1973. Годы жизни. Hey, look at that painting. It's a Picasso. Hey, look at that painting. It's a Picasso. О, посмотри на ту картину. Это Пикассо. Ну, здесь есть нюанс. That, потому что картина далеко. Look at that painting. It's a Picasso. Oh, yes. Fantastic. Oh, yes. Fantastic. Oh, боже. Фантастика. Where was Picasso born? Where was Picasso born? Где родился Пикассо? In Malaga. In Malaga. Ah, so he was Spanish. Ah, so he was Spanish. Ah, понятно. Поэтому он по национальности испанец. Поэтому, смотрите, язык, название языка и название национальности часто совпадает. Смотрите, I learn English. Я учу английский. I'm English. Я англичанин. Другие варианты можно говорить. I'm British, I'm Englishman и так далее. Но вот такая фраза совершенно имеет право на жизнь. I study Russian. Я изучаю Russian. Очень всем рекомендую. And I'm Russian. Я русский. Russian, Russian. I study French. Я изучаю французский. I'm French. Опять совпало. I study German. I'm German. Я изучаю немецкий. Я немец. I am German. Yes, he was. Yes, he was. Да, он был испанцем. Were his parents rich? Were his parents rich? А его родители были rich, богатые. Poor, бедные. Пополняйте словарный запас. Например, were his parents poor? А были его родители богатые? Parents. Множественное число. They. Поэтому were выбираем. His, she, it. Это is. А здесь were выбрали, потому что parents they. Well, they weren't rich and they weren't poor. They weren't rich and they weren't poor. They were not rich and they were not poor. Were not тоже можно, но здесь сокращаю, потому что разговорный язык, для разговорного языка очень характерное сокращение. Well, they weren't rich and they weren't poor. Они не были rich, богатыми, и они не были бедными. Okay. His father, Don Jose, was a painter and a professor of art. His father, Don Jose, was a painter and a professor of art. Его отец, Дон Хузе, был a painter, художником, a painter, художником. Очень часто, очень-очень часто звучит he was an artist, художник. Да, artist — это
артист, артист очень часто это художник, часто чаще, пожалуй, чем painter. Поэтому здесь совершенно справедливая фраза. His father, Don Jose, was an artist and a professor of art. И профессор искусств. His mother, Doña Maria, was a housewife. His mother, Doña Maria, was a housewife. Housewife, домашняя хозяйка. So, was Picasso good at drawing when he was young? Oh, yeah. So, was Picasso good at drawing when he was young? Итак, Picasso хорошо рисовал, когда он был совсем молодым. Was Picasso good at drawing? Good at. Тоже хорошая фраза, очень разговорная. Если прошедшее время, то were you good at music when you were a child? А у вас хорошо получалось с музыкой? Were you good at music when you were a child? А вы были успешны в музыке? Were you good at sports when you were a child? А вы хорошо занимались спортом, когда были a child, ребенком? Were you good at sports? Если в настоящее время переносимся, то are you good at maths? Вы хороши в математике. Are you good at maths? Или вы хорошо справляетесь с математикой? I'm so-so. Нет, так себе. Are you good at cooking? А вы хороши в готовке? Yes, I am. I like cooking very much. Да, я люблю готовить очень. Are you good at? Очень хорошая фраза. Okay, good. And now? Yes, he was a child prodigy. Oh, yes, мог хорошо рисовать. Да, he was a child prodigy. Он был ребенок-гений или ребенок-открытие. He could draw before he could speak. He could draw before he could speak. Он мог рисовать перед тем, как научился говорить. He could draw. Could – прошедшая форма глагола can. Draw идет без приставочки to, без этой в первой колоночки. Но на всякий случай. Draw – опять irregular verb, неправильный глагол. Хотя бы повторяйте за мной, и уже будет какая-то копилочка. Draw, drew, drawn. Успеваете еще разочек? Once again. Draw, drew, drawn. Again. Draw, drew, drawn. Before он мог рисовать раньше, чем научился. He could speak. Раньше, чем он научился говорить. Speak тоже неправильный. Не пугайтесь, пожалуйста, что один неправильный за неправильным. Можно подумать, что все глаголы английского языка неправильными являются. Нет, отнюдь нет, но просто частота употребления неправильных глаголов в разговорной речи и в письменной речи очень велика. Их мало, но частота их употребления в жизни очень велика, поэтому вот они здесь напичканы. Итак, speak – это тоже неправильный глагол. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Okay, good. His first word was lápiz, which is Spanish for pencil. His first word was lápiz, which in Spanish for pencil. И его первое слово was, было lápiz, что означает карандаш, pencil, по-испански, which is Spanish for pencil. Okay. Wow, what a story. Wow, what a story. Ну, история. И на этой прекрасной истории мы финишируем. Почему? Потому что сделали много, повторяли грамматику, много нового изучили, ну, это и порядковое количество, числительные произношения дня рождения правильно, чтение правильное года, и так далее, и тому подобное, заканчивая джазовой композицией «The only woman in the world» – «Единственная жизнь женщина в мире». And I'm saying goodbye, I love you so much, bye-bye.